Щи, да, хип-хоп щи. Ну что ж, дамы и господа, это фристайл батл, и у нас Максим и Микшер на танцполе. Диджей Скотч, поехали. Come on. Ага. Йоу, если кто-то верит еще в то, что хип-хоп жив, поднимите руки. Не все верят еще. Ага. Йоу, раз, два, три, четыре. Запоминай, кто в эфире. Максим. Хип-хоп жив, должен запомнить каждый. Если кто не понял, повторяйте это дважды. Правило номер один, все запоминаем, хип-хоп жив. Правило второе, повторяем, правило первое. И я готов рассказать вам, друзья, что хип-хоп жив. Я вижу это, когда на стене граффити я вижу. Я представляю Питер, иду по улицам свежим. Я представляю, как я это вижу. Граффити-райтеры собираются до сих пор в тусы. Мы считаем в кругах сайфера и видим только плюсы в том, чтобы двигаться и растворняться вместе с культурой. Я знаю, в чем дело, и не важно, какой ты выглядишь фигурой. Не важно, что на тебе одето, главное с вам суть. Главное, что в голове, только что покажи кому-нибудь. Всем вперед направляться, хип-хоп жив, он живет во мне. Я готов поделиться с каждым, и нет, они на дне в этой рутинной жизни. Хип-хоп жив и продолжает пульсировать. Мы знаем, в чем дело, главное его жестко массировать. Как будто бы он представляет свое имя. Хип-хоп — это наше все. Хип-хоп не сделан с другим, мы понимаем, в чем дело, стараемся плотно. Хип-хоп всегда был жив, и звучит он бесподобно. И как подводная лодка мы продолжаем к нему плыть. Хип-хоп жив, хип-хоп выживает, хип-хоп будет жить. Это правильно, и направление только одно. Чтобы хип-хоп нам помог, нам нужно подать ему весло. Подайте руку, подайте подруге своей тоже руку. Мы знаем, в чем дело, главное — это пустить рифму по кругу. Хип-хоп — это все. Хип-хоп есть стиль жизни. Хип-хоп — это выдох, это вдох. Мы понимаем, хоть ты тресни, на самом деле никогда не стой на месте. Выясняй, ты сделан из крепкого теста, а не из чертового сплава дешевого. Это хип-хоп, он помогает тебе двигать. И как сказала Африка Бабата, don't stop, никогда не останавливайся в стиле. И если что, вырабатывай фристайл в своем имя. Это был Макс Микшер. Хип-хоп жив, хотя не раз слышал пиф-паф. Уличный став, но тут не нужен Минздрав. Я знаю точно, что тема живет тогда, когда в каждой душе она плывет. И каждый меня сейчас точно-точно-точно понимает. Хотя порой Миха какую-то левую толкает, но внутри всегда правило течет. Хип-хоп жив, и значит Миха живет, пока рифма плывет. Тебя задевает, и сейчас MC Roa здесь качает не просто так, а потому что знаешь, что хип-хоп жив очень четко. Этот чувак, каждый из вас среди этих фраз должен по-любому понять нас. Потому что хип-хоп щит еще нам предстоит. А пока хип-хоп жив. Класс, класс, класс. Это был первый раунд. Ну что ж, все услышали о том, как наши участники любят хип-хоп, и о том, что они верят в то, что он жив. А теперь послушаем другую версию. Другую версию, это, так сказать, когда они встали не с той ноги с утра и подумали, что хип-хоп — это полный щит. Йоу, 3, 4, 5, 6, Максим снова в эфире. Когда я первый раз посмотрел фильм про черный бумер, для себя я сделал выбор, по-настоящему хип-хоп-бумер. Все понимают, в чем дело, хотят носить огромные цепи, кроссовки дорогие, на машинах ездить это нелепо выглядит. Подумайте, чем мы стараемся, я понял, когда хип-хоп умер, он хотя бы уже на последнем вздохе на Эстонии. И когда в Эстонии хип-хоп умрет, все понимают, какой заканчивается 2013 год. Все хотят цепи, много денег, много телок, много шмали. Вы подумайте, вы хип-хоп просрали, хип-хоп умирает медленно, и на последнем вздохе он говорит: спаси меня. Понимаешь, что ли, умирает медленно, ползет змеей по полу. Мы знаем, в чем дело, просрали даже баскетбольные площадки. Им не хватает подзарядки, люди хотят видеть только голимые пятки. Везде курят дурю, потребляют алкоголь. Хип-хоп — это идея, вот в чем была его соль. На самом деле, поднимайте руки выше, объединяйтесь в круг, и пускай не едет крыша. Не делай тише, хип-хоп — это посыл, это вибрация. Это самая главная конфронтация. На моем стиле написано граффити имя, я против этой темы. На самом деле, когда ребята покупают много краски, потом идут рисуют, потом жестко перед мусорами бегут или пасуют. В чем посыл? Где идея? Где ваша уникальность? На самом деле хип-хоп — это круто, а не банальность. Но он умирает и уже на последнем вздохе. Помогите ему, хоть кто-нибудь, помогите хоть крохи хип-хопу, который опускается чуть ниже. А бит прыгает, и я до сих пор этого не слышу, и сбиваюсь медленно. Мы знаем, в чем тема, достань хип-хоп со дна. Come on, come on! Раунд 2, Микшер, твое время.
Когда я смотрел «Бумер», я тоже ржал. Вот только хип-хоп никогда не умирал. В него кто-то немного для того, чтобы он как следует вонял. Я вижу, что я не могу. Я никогда это не пойму. Бибои не знают, что такое фанки. Даже тупой фанк знает, что такое скак. Когда мне этого походу будет не понять. Ведь хип-хоп то, что у меня не отнять. Я смотрю вокруг, и что я вижу? Только душную тему я слышу. Хип-хоп, щит, мне трудно про это читать. Потому что он всегда будет меня донимать. Изнутри брать, подкидывать вверх. Даже от дерьмового хип-хопа меня ждет успех. Я это знаю, ведь по-своему все понимаю. И за добро только лишь вам толкаю. Ай, и свою руку поднимаю. Громко кричу, о, лаю. What? Ну что ж, друзья, встаньте, пожалуйста, вот в эту сторону и в эту, потому что судьи у нас сидят, и они сейчас будут показывать решение. На самом деле, батл должен был происходить именно в таком ракурсе. Ну что ж, судьи готовы? Дамы и господа, вы готовы? Итак, 3, 2, 1. Кто проходит следующий круг? И это Максим. Микшер выбывает.